вообще? Вырывайте лучше Нуротановский. Не вырывайте нашего кандидата независимого. Вырывайте Нуротановский. Он независимый кандидат. А вот Нуротан это зависимые. Мы против Нуротана. Не срывайте независимого кандидата. Вы нарушаете права его агитации. Нуротан взял дискриминационное положение. Что такое? Я буду срывать тогда Нуротановское. Срывайте Нуротановское тогда. Срывайте Нуротановское тогда. Не позволим! Не позволим срывать! Не позволим срывать агитационные листы независимых кандидатов! Не позволим срывать агитационные независимых кандидатов! Вы что делаете? Нуротан, фашисты! Вы за честные выборы! Вы за честные выборы! Полиция, смотрите, что делается! Полиция! Срывает какие-то незнакомые лица, срывает по листовке независимого кандидата. Это члены Нуротана. Долой Нуротан! Долой Нуротан! Членов Нуротана намыло! Нуротан срывает наших кандидатов! Нуротановцы срывают кандидатов, наших кандидатов! Долой Нуротан! Долой Нуротан! Снимай. Долой Нуротан! Убираем Нуротан! Долой Нуротан! Кетіндер Нуротан, Казахстан! Казахтың жеріне Нуротан кетіндер! Сатқындар! Казахты сатқындар! Кетіндер! Умурзакова не трогайте! Это наш кандидат! Не трогайте Умурзакова! Нуротан фашивый! Нуротан! Кетіндер! Не трогайте нашего кандидата! Мы против Нуротана! Мы против Нуротана! Нуротан предатели отечества! Что произошло здесь? Это происходит, опять же, дискриминационная ситуация. Вы опять заметили, члена Нуротана срывает агитационные листовки независимого кандидата Умурзакова и пытается воспрепятствовать нормальной агитационной деятельности. Вы заметили, Аба, кто вы? Можете представиться? Я, например, обращаюсь о том, что... Аба, кто вы? Вот они не представляются. Они вообще, как бы сказать, ой, я вижу, что они, вот кандидаты вот этого нуротановского депутата, сразу видно о том, что кого они защищают, потому что на руках, вот заметили, вы у нее тоже есть агитационные листовки вот этого вот кандидата. Это вот идет несправедливость опять со стороны нуротанских кандидатов, которые хотят любым способом сорвать голосование и выборы независимых депутатов. Сатқындар, голосуйте за Умурзакова. Наш общий дом голосует за Умурзакова. Да, Умурзакова. За простого парня, но только не Нуротан. Вы должны себе представить, кто вы такие вообще? Вы знаете, что за срыв агитационной листовки, да, вы несете административную, либо уголовную ответственность, да? Это факт другой. Любой срыв агитационного материала должен был оставить на месте, что вы поймете. Ладно, скажите мне, пожалуйста, кто вы такой, почему вы не решаете? А почему вы не решаете этот вопрос цивилизованным методом, почему вы опускаетесь до уровня банальных? Молодой человек, я с вами разговариваю? Я не хочу с вами разговаривать. А почему вы срываете агитационные листовки у Умурзакова? Потому что мы тоже срываем. Почему вы срываете агитационные листовки у Умурзакова? Скажите мне, пожалуйста, почему?
Почему вы поддерживаете на руках? Почему вы поддерживаете? Кто вы такой? Кто вы такая? Извините, вы тоже участвовали. Женщина. Вы на руках административный кодекс. Вы, еще раз говорю, нарушаете административный кодекс. За срыв агитационного материала в соответствии административного кодекса есть статья, за которую вас будут привлекать к ответственности в виде штрафа. Либо есть даже уголовная статья за воспрепятствование агитационной деятельности другого кандидата. Не смейте трогать независимого кандидата. Вы, Нуротан, вы нас уже достали. Уходите со своим Назарбаевым куда-нибудь в Россию. Дайте нам, казахам, жить нормально. Но Мурзаков – это наш кандидат. А Нуротан – это паршивцы, это предатели Отечества. И мы на их чистую воду выведем. Долой с Казахстана, Нуротан. Долой. Китнезель.